Итак, всем привет, я продолжаю. Первую часть урока мы закончили на поиске ближайшей цели. Это заключительная часть того, что я хотел добавить. А то скажете, что как-то не очень из одной переменной одну цель атаковать. Поэтому сделаю поиск ближайшей цели. А так вот, у нас скрипт готов. Вы сможете найти его на форуме, нашем форуме Fly Dream Studio, который будет в подписи под видео, также при старте видео. Итак, мы продолжаем. Вот также игрока может ранить. Продолжаем. Вот мы пока сделали переменную, которую нашли и засунули всех врагов в цель. Потом создаем переменный массив, в котором выходится дистанция, и дистанции делаем, записываем вот дистанции, да. Потом создаем следующий цикл. Вот мы обработали с вами дистанции. Потом цикл for var e int равен нулю, e меньше t точка length и e плюс плюс. Таким образом у нас новый цикл. Мы должны теперь задать сравнение дистанции. If vector 3.distance transform, а нет, немножечко по-другому. Так, можно будет расфасовать немножечко по-другому. Итак, продолжим. Давай еще один цикл. For var v w int 0, w меньше t точка length, v плюс плюс. И теперь создаем еще одну переменную var cur dist типа float. Если if dist e вот больше dist w, то cur dist равно dist w. Вот, записываем минимальную дистанцию. Извиняюсь, не W, а E. Вот наш массив другой. Так, теперь мы продолжаем. Так, вот у нас получается вот такая вот уже каша. Но осталось уже немножко. For var q int равен нулю. Q меньше t.length. Q плюс плюс. Так, if vector 3.distance transform точка position. Так, distance transform точка position. До цели. Сейчас сравним. вот до t q равна dist cur dist, то есть текущая дистанция, то return t точка transform return t, а вот t сделаем типа gameObject. Готово. Define closest. Проверим. If find closest. Если он может найти цель, то текущая цель это find closest точка transform. Так, так, еще раз проверим, если есть текущая цель, тогда наносить урон. Сохраняем, посмотрим, надеюсь, ошибок у нас не будет. Запускаем.
кавычку отношусь. Дист, вот, правильно, дист становится один дист. Так, дальше компиляция. Так, ошибочка одна ушла. Теперь эту ошибочку исправим. Return T. Q. Вот. Отличненько. Осталась еще одна ошибочка. Так, где это у нас ошибка? Тупо. Не, нет такого варианта типа вектор 3 геймобжет. TQ. Точка transform, точка position, вот точно. И дальше идет компиляция. Компилирует. Что за очень тупит он сильно. Вот ошибочек у нас, слава богу, нету. И активирую я бота. Еще одного. Типа подвисло что-то у меня. Вот, ботов. Сейчас накляпаю их тут побольше. Вот, три бота, к примеру, создам. Потом увеличу сцену. Вот, боты, в принципе, все приземляться потом. Хотя уже опущу их. Вот, тут поставим игрока нашего. Опустим. Так, чтобы различать, назовем нашего игрока player. Дадим ему тег player. Готово. Сохраняем сцену. Так, навигацию поправим. Bake. Так, вот. Новую арену сбейкили. Сохраним сцену и посмотрим, надеюсь, заработает. Я подобным способом делал системы вейпоинтов для шутера Operation Desert Island. Так, запускаем. Вот он пойдет. Опа. Вот, Power HP. Вот 100 HP у нас. Бота пока не видит, вот я сейчас с ботом помахаюсь. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Видимо, цель не задалась или еще что. Вот атакует нашего бедного игрока. Значит, забыл задать dead prefab. Так, для наглядности, чтобы посмотреть, сюда цель, надо сделать, чтобы она вводилась в не private режиме. Так, таргет, кур таргет, сделаем ее неприватную. И dead player. Вот у меня dead player, уже готов, уже есть. Prefab, задаю новый здесь. Сохраним сцену. Так, и в принципе почти мы закончили. Сейчас проверим, что у нас за цель, как идет работа. Так, запускаем игру. Хотя надо было бы увеличить дистанцию видимости ботов, потому что сцена стала больше, и, собственно, видимость должна быть у них тоже больше. Так. Все, компиляция идет, компиляция. Ох, черт. А вот, наконец-то запустилось. Вот, меня бот увидел, пошел ко мне. Ну иди ко мне сюда, дружок. Я тебя бить буду. Так.
Игрок, у него текущая цель. Это, во, указано. Это вот этот вот. Нет, немножко косо. Не та у него текущая цель, конечно. Значит, вот этого мы сможем убить, да? Ух ты же, если он, мы его, конечно, в первую очередь не убьет. Так, посмотрим. Текущая цель изменилась, интересно. Ага. Текущая цель сейчас у нас вот этот теперь. Ага. Короче, все через жопу. Здесь изображение, конечно. Ищет он этих ботов. Посмотрим хотя бы на смерть игрока. Сейчас тут мы вдвоем мочили. Вот. На меня напало сразу два бота, вот они. Все. Ха, на ёжику. Так. Вошел в туман. Так. Смотрим дальше. В принципе, система поиска почти работает, только немножечко косо. Посмотрим, где у нас логическая ошибка. Сначала... Ага, попробуем менять местами. Так, так, так. Надо перебрать ресурсы из массива. Мучительно долгая компиляция. Так, вроде, в принципе, система вейпоинтов у меня все работало. Сейчас я не заработает, я покопаюсь, посмотрю, в чем дело. Так, исправил, чтобы заработал нормально. Выбор текущей цели. Так, ну что же. Запуск в студию, а? О, отлично. Значит, текущая, самая ближняя цель у нас должна быть, да? Либо вот та, вот этот бот, либо вот этот вот, либо вот этот, либо вот этот. Если правильно думать. Посмотрим. Как думает игрок на этот счет. Ближняя цель вот эта. Абсолютно правильно. Абсолютно. Так вот, мы уже деремся. Посмотрю еще раз у игрока, какая текущая цель. Он, вот все правильно. Текущая цель у нас вот этот бот. Все, я его убил. Идем дальше. А теперь этот бот должен быть текущий. Потому что находится ближе всех. Сейчас с ними буду драться со всеми. Он автоматически меняется, ищет самого ближнего бота. Наша система. Это ж такое, сейчас же убит моего ежика бедного. Да, убили. Какая же печалька, а? Ну, за все, система у нас идеально работает. Ищем ближайшего объекта. Давайте сейчас сделаем, чтобы было более наглядно. Enemy 1. Enemy 2. Enemy 2. Enemy 3. Вот у нас 3 бота будет, да? И в OnGUI будем выводить имя текущего бота, которого мы хотим поймать и убить. Так, позиция 250, пониже будем писать Current Target. Теперь игрока, видите, можно убить тоже. Главное в... До игрока поставить камеру, не забыть. Так, и... ля-ля-ля. Core target. Game object. Ах ты ж тварь. Game object. Точка. Ну и вот, наконец-то. Подсказочки не выкидывает он. Не добывает, не охота все прописывать. Каждое название.
объекта. Так. Вернее, каждая метода класса из движка. Так. Вот. Это компиляция, компиляция, компиляция. Скрипт из этой части и первой части вы сможете найти на форуме Fodream Studio. Ссылка на тему со скриптом будет в описании под видео. А я думаю, заканчиваю урок. Сейчас мы с вами протестируем. Как вы поняли, все у нас идеально заработало. Ближайшего игрока мы нашли. Ближайшую цель. Windows 7. Так, вот. Текущая цель. Target 2. Текущая цель. Вот он. Твою же мать, а. Вот мы Target 2 это фигачим. Все, отлично. Находит вполне идеально ближайшую цель. Спасибо за просмотр. Также можете тоже дорабатывать скрипт. Вот у нас игрок ходит вправо, влево, вперед, назад, прыгает и атакует. Вполне неплохой игрок у нас с вами получился. Вот еще новая цель нашлась. Я заканчиваю урок. До следующих встреч. Уроков. Все. Всем пока.